Толстушка под прикрытием Донцова. Главная героиня здесь Татьяна Сергеева. Я давно заметила, что с Донцовой что-то не так. Вот не могла понять, чего мне не хватает. Вот пропала изюминка. И меня осенило вот именно на этой книге. Пропало то, из-за чего я ее начала читать когда-то. Смех. Пропали все ситуации, которые должны смешить читателя. Ситуации с родными, ситуации с животными, конечно, с животными. Этого нет. Продолжаю читать по привычке. Как всегда, Донцова в начале книги, наподобие меня, или я наподобие ей тогда уж, скорее уж, начинает с какой-нибудь умной мысли. В отличие от меня, она пытается юморить. Данная книга начинается со слов. Хуже мужа, который все забывает, может быть только тот муж, который все помнит.